have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы будем играть в мир Ланы. Поехали. Эй. Давайте так, пока мы сейчас в вступлении небольшом объясню бэкграунд того, что я сейчас буду говорить. Получается, что у меня для компьютера геймпад от Xbox, потому что он очень удобный, очень классный, все дела. И так же получилось, что я сейчас играю еще в некоторые вещи на Nintendo, и у них геймпад, в принципе, довольно-таки похож. Ну, я имею в виду Pro Controller. Так, сиди. Вот, и... Ну, то есть по расположению у них А и Б поменены местами, но кроме всего, кроме этого, у них расположение довольно схожее. И стиков, и всего остального, они очень оба удобные. И я задумался на секундочку, то есть не секрет, что Nintendo одна из самых продаваемых консолей в мире. Это понятно почему. Xbox тоже, блин, уже сколько лет на рынке. О, ой. Так. Оп. Оп. Меня чтобы этого кабанчика что? Куда я его веду? Я так что-то на автомате. Давайте пока я его это не говорю. Мне теперь стало интересно, почему PlayStation стала настолько популярна и настолько знаменита. Просто у них самые убогие, отвратительные контроллеры. И в последние лет 10 им жестко не везет. Ну, не то чтобы не везет, а они не выпускают тех игр, которые, за которые стоило бы покупать консоль. Я понимаю, почему у них нынешнее поколение консолей, ну, практически фейловое. Но почему у них прошлое поколение было удачным? Так, блин, я ж... Вы вообще нормальные? Я не вижу, что происходит. А мне самому туда надо идти. Мне кабанчика надо куда-то. Погодите, давайте. А я успею вообще? Блин, мне надо мелкого запрятать. Мелкого запрятать надо. А я могу его тушу двигать? Хотя, погодите, а мне надо его тушу двигать? Я могу ее двигать. Окей, отлично. Блин, 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 блин. Так, ладно, по крайней мере, теперь у меня есть. Иди сюда. Так, секунду. Не пишите мне сейчас. Подождите, я занят. Вдруг почему-то решили мне писать. Что мне надо? А, погоди, мне это и надо. Зачем я его сюда оттащил? Блин, вот же дурак, ладно. Нет. Ямамуй там, да, короче, ямамуй. Мне сейчас его тушу придется туда тащить. Что-то я затрынделся. Я практически уверен, ребят, что у кого-то из вас есть PlayStation, пожалуйста, напишите, почему вы выбрали именно PlayStation. Я никого не собирался, блин, слезь! Слезь, дура! Я никого не собирался обидеть тем, что вот сейчас выражался против PlayStation, но я на самом деле не могу понять, каким образом. Я вижу, почему дела хорошо идут у Xbox, я вижу, почему популярна Nintendo, почему популярна PlayStation, я до сих пор не знаю. Хотя... Черт его. Так, мне нужно, чтобы ты постоял вот здесь. Помоги. Тогда я смогу... А туда мне... Ладно, потом будем по мере поступления решать проблему. Пока что я могу забраться сюда. А там мы уже посмотрим. Нет, никакой не мой! Стой! Блин, я забыл кнопки.
А, да, кстати, из этого же исходит проблема, что я иногда путаю А и Б, потому что я же говорю, что у меня сейчас некоторые игры на Nintendo, и там А и Б на их контроллере поменены местами, в отличие от контроллера боксовского, поэтому, да, бывают факапы. Тут у нас что? Вот что, понятно. А, погоди. Там наверху управлялка есть. Эть, залезь. Благодарю. А, X. Да, бибу-би-би-биб. То, что у них вот это вот музыкальный отклик, не знаю, прям немножечко меня коробит иногда. Так, а управлять я могу только оттуда, да? А это там мне, скорее всего, откроют. Я, в принципе, понял. Ну, тогда да. Тогда сначала... Их, я его сейчас разобью нафиг. Так, а тут наверху ничего нету? А у тебя еще и ограничения по потолку, понятно. Дай, ешь, твою ж ты, пассатиш ты. Олай. Олай, давай. Олай муй. И олай муй, и это так, сюда ты запрыгиваешь, тебе нормально. И ма. Олай. А как... А, да? Погоди. Да? Стой! Ну-ка. Залезь. Залезь. А я могу тебе приказать? Помоги. Помоги. Ты можешь тут стоять сразу? Да, прыгай ты уже. Мне же надо тут находиться, чтобы управлять этой байдой. Да, я могу его просить здесь сидеть. Отлично. Тогда вот эту фигню мы поставим сюда. И она нам, в принципе, не нужна будет дальше. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Это вроде так решается. Потому что мне вот этот мостик нужен, чтобы забраться. Я сейчас попросил нашего, наше существо там посидеть. Я заберусь. Теперь он идет со мной. Оп. И ма. Давай, чеши сюда. Олай. Идет? Идет. Why? Hello. И открываем. Да. Вот так. Все. Отлично. Пройдено. Затащено. Прыгай. Есть. Я не хочу знать, что там внизу. Если мне не придется этого делать, я буду рад. Поехали. Что ж, давайте, наверное, немножечко продолжим. Ну почему? Спрыгивай, давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Я не знаю, где мы сейчас находимся. Я даже боюсь предполагать, какой длины игра. И, то есть, ну, я не буду судить по количеству храмов, потому что запросто может оказаться... Не ходи сюда. Ты что, дурак, что ли? Погоди, вот так. А, его надо было еще раз. По количеству храмов оно может вполне получиться, что как-то что-то будет другая, может быть, какая-то коллекта была или еще что-нибудь.
А мне же ему бревно надо привезти, да? Нет, никакого оляй! Погоди! А, ну он сюда не пойдет, тут вода. Жалко, что нет никакого ни рывка, ни шифта. Опять же, для платформера это... дико, что ли? Посмотрим сейчас, как это все будет происходить. Или, может быть, я... ну, я не думаю, что я смогу отключить. Ага, да. Сейчас, погодите, мне поднять надо воду и пройти с ней. Зачем я тогда откачивал воду? Или мне, ну, наоборот, надо было закачать дополнительно? Он бы там не перепрыгнул, мне просто кажется. Может, мне надо утопить вот этих вот ребят, когда... Сейчас посмотрим, погодите. Ну, как вариант, кстати. А, вон бревно, сверху, вижу. Фига себе. А как... Да вы шутите. Ну ладно, вы не шутите, я понимаю. То есть мне нужно сначала проникнуть туда, скинуть бревно, откачать... Ох, блин, как муторно. Опять же, ребят, возвращаемся ровно к тому же моменту, где мы были. Это не сложно, это муторно. Давай, чеши сюда. Помоги, помоги. Давай, вай. Откачиваем воду. Выкачиваем воду. А... Извините, что? Я ж там не выберусь. Мне нужно было как-то немножко... Да, блин, я не то нажал. Мне надо было как-то немножко воду спустить, да? Чтобы я мог и проплыть, и залезть, или... Сейчас, погодите. Ну, то есть, опять же, все это сводится именно к тому, что где должна оказаться вода, и я должен попасть к этому бревну. А, ладно, залезь. Да залезь ты. Давай немножко воду спустим. Чтобы я мог чисто проплыть там. Оно выше не поднимается. Давайте я спущу так, чтобы я мог чисто проплыть. Это офигеть, как долго все. Из-за того, что нету быстрых проплывов. Из-за того, что... Вот из-за этого, собственно. До сих пор у меня нет ответа, почему... некоторых они убивают. А некоторые... Короче, ладно, забейте. Плыви скорее давай. А, стойте, мне нужно туда доплыть и потом ему сделать, чтобы он мне воду... Вы это что ли хотите? Я же не могу... Могу? А, кстати, могу. Потому это мне вылезти, кстати. Да, точно, точно, точно. Все, я понял. Это глупо. То есть мне нужно залезть сюда и просто вслепую выкачать воду. Смотрите, вот так. И вот так вот воды накачать, чтобы я мог вот сюда с этой стороны залезть и потом пройти через эту фигню. Лезь, лезь сюда. Ладно. У нас и площадки для стелса есть.
Вот он геймплей. Да, да, вот он. Вот, ребят. Наслаждаемся. Как никто, как никогда. Оп, еще раз прячемся. Бревно ж он не заметит, да? Ну, понятно. Тут, в принципе, даже, кстати, прятаться не надо. Я могу на них сверху прыгнуть? Я не буду экспериментировать, потому что мне все придется нафиг переделывать. Откуда? Только не сначала, только, блин, не сначала, ребят, ну, не сначала, с чекпоинта давайте. С бревна, ну, хоть так, ладно, черт с вами. Ты дура или где, блин? Ну, зачем ты упала-то туда? Вниз, упади, вниз, давай, 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 речь. Офигеть, меня опять это просто вымораживает. Почему так медленно? Это же... Меня постоянно бьет это по голове. Это же платформер, черт побери, платформер. Должна быть какая-то, ну... Скорость, должно быть что-то. Ну почему? Тут вообще никаких методов ускорения нету. Я же говорю, ладно, там нету двойного прыжка или чего-нибудь в этом роде. Но нету ни шифта, нету ничего. Как бы можно было бы ускорить все это дело. Так, чувак, тебе вот сюда. Мой, мой, давай. Что? А! Давай, свали. Спасибо, поехали. Главное было этого мелкого перетащить, чтобы он не открыл там дальше проход. Сколько у нас эта сцена заняла времени? Да, вот так, вот так. Ай. Все, поехали отсюда. Давай. Шарик, тузик, бобик. Короче, смотри, в чем прикол. Эта игра состоит из красивых видов и лажового геймплея. И я каждый раз такой: о, красивые виды, фу, лажовый геймплей, о, красивые виды, фу, лажовый геймплей. И вот... О, какая фигня классная. Геймпад трясется. Ну вот, я же говорю, виды тут, да, классные. Вот это все сейчас ощущается прям суперски. Когда вот в такие вот моменты ощущаешь себя где-нибудь в Far
или в первом, или втором, там были такие красивые эпические моменты, которые прям смотришь, тебе хорошо. Да. Хочу еще одну фар, третью. Скорее всего, этого не будет, хотя хотел бы, но... Давай, помоги. Кстати, кто смотрел Фар, ну, вторую часть у нас прохождения, пишите, пожалуйста, понравилось вам, не понравилось. Я смотрел, ну, были просмотры, люди интересовались этой игрой, но вот сейчас, спустя некоторое время, кто вспомнит и кому понравилось, пишите. Так, мне надо навернуться сюда сверху, я понял. Я могу просто прыгнуть. И не обязательно прям наверх. Ну, наверх мне надо будет, скорее всего, попасть, но не сейчас, хотя чертово. Я же говорю, что я тут не особо пытаюсь искать секретки, после того, как игра меня пару раз ткнула носом, типа, чувак, нафига тебе это? Такой, ну, в самом деле, нафига мне это. Ну, видимо, наверх все-таки как-то можно было попасть, но ну его нафиг. Пойдем дальше. Честно... Я сейчас, наверное, нахожусь примерно в такой стадии, что... О, а зачем тут трава? Что я ожидаю, когда что-то изменится или когда игра кончится. Потому что ничего не меняется, то, наверное, я больше склоняюсь к тому, что я уже ожидаю конца игры. Но я не знаю, когда он будет, насколько скоро. Ладно. Да? Нет. Да? Но это же нереально. Ну, в принципе, вот тут дальний утес. Да, дальний утес оно не видит. Повернись, пожалуйста. Спасибо тебе. Просто чудом сейчас меня не заметили. Когда нажимаешь вперед и прыгнуть, почему-то прыгает просто на месте. Ну, красота же, да? А нам ее выключить или что с ним? То есть я не вижу, где нам ее применить потом. Да, вот пульт от нее, согласен. Зря я его позвал. Тут, кстати, по высоте у нас... Да! Ну-ка. Сейчас, секунду. У меня как раз до этого появилась идея. Потом я подумал, что она бред. Я сначала подумал, что, возможно, мне нужно посадить нашего пёстеля на эту фигню. Потом я такой подумал, ну бред же. А потом... Потом я увидел вот это. Давайте попробуем одну авантюру. Так. Это нельзя сделать одновременно. Помоги, Муй, да. А он летает на этой штуке. Никто никогда не пытался хомячка к воздушному шарику привязать. Окей, это работает. Его можно отправить что-то перекусить, а потом мы вот тут вот пролезем. Все, жди тут. Я сейчас прилезу. То есть обычно мы же роботов для чего-то сманиваем, или кого-то убить, или... Ну, теперь, оказывается, на роботе можно катать и этого мелкого. Красота. Так, Муй, давай. Оляй, Муй, давай. Чьяло? Оляй, Муй. Поехали. Да, это веревка. Нет, это не веревка. Спасибо, игра. Какие-то туши древние, сгнившие, вообще скелеты одни остались от этих ребят.
Выглядит, вот это выглядит сейчас тоже круто, эпично. Мне прям нравится. Ладно, нам наверх. Я ошибся. А что это за коконы? Не коконы. Что это? Извините. А как? А зачем? А... Ну фиг ли ты дохнешь-то? Ладно, поехали. Как так-то? Игра, как так-то? Он сюда пройти не может, потому что там вода. Ёпперсете! Зря я, наверное, ждал-то, кстати, ждал-то зря, кстати, наверное. Я понял. Ну, практически, наверное. Если наш шипздик может загипнотизировать вот эту фигню, то я просто снимаю шляпу, ребят. Помоги. Помоги. Сейчас я его еще раз заагрю. Если у меня получится его загипнозить, это будет просто трындец. Иди сюда. Где ты там, придурочный? Ну ты идешь или где? Я жму как не в себе вообще. У них типа борьба ментальная происходит. Мне клацать или зажимать? Я же клацаю, потому что сказано же клацать. Он его усыпил. Он его, черт побери, мы сейчас поедем на этой штуке? А можно? Шевелись скорее. Мне кажется, он его долго не продержит. А мы его можем шевелить? Нет, мы его шевелить не можем, мы его просто держим под гипнозом. Давай, муй. Поматросил и бросил. До свидания. Классный момент был. Не, если они могут загипнозить вот это вот, то почему они не привилегирующая форма жизни здесь? Если они, ну блин, ну даже не знаю. Это как-то... Я тоже хочу быстрее бежать, Чупздик. Чупздик, я тоже хочу быстрее. Я хочу... Газку поддать. Как мне бежать-то быстрее? Это еще один такой момент, который явно... Вот как из фар. Обалденная красота, обалденная музыка. Все, не буду мешать. Наслаждаемся. More to hold.
красивый, очень классный момент. Если бы они это сделали... we made this so far together into the end. Вместе до конца, мы добрались так далеко. Мне сейчас приходилось все это время бежать. Почему нельзя было сделать это именно заставкой, чтобы я просто насладился, а не держал постоянно зажатый стик вперед? Знаете, такие маленькие вещи, вроде как кажется, что я доколупываюсь. Но нет, ребята, не доколупываюсь. Это и тут, и там вот такие вот вещи по мелочи, они портят впечатление общее. И обидно, потому что, ну, это можно было сделать гораздо лучше. Ладно, ребятушки, ачивочка такая была слегка намекающая на то, что скоро конец, но я пока что не уверен. Игра пока не закончилась, мы ходим, все нормально. Давайте тогда пока остановимся, увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.